Искал слово. Небожитель какой-то. Остатки нашей цивилизации. И как он посмел такое сделать? Можно ли туда руку засунуть? Удивительно, правда? Нет, но под действием чего она так вращается? Что художник хотел сделать? Это нечто чудесное, я думаю. Это просто чудо. Здесь вот клапан, который всасывает, а там, который, видимо, выталкивает. Не упрощайте, девушка. Искусство сложнее, чем вам кажется. Из-за этого она получится, плавает. Там еще шарик телефонга, он ее поддерживает немного. Сделать так, чтобы все страницы так вот не развивались. Понятно. А вот что хотел сделать художник этим? Что вместо сомика или аквариумных рыбок можно книжки, собственно, заводить. Видите, книга в космосе, грубо говоря, да? Потому что она попадает в космос. Да, это космос. Сейчас то есть это новый сфера. Смотрите, пришли на вот эти вот электронные. На электронные книги. А обычные книги выбрасывают, то есть они уже не нужны, сводят на нет. То есть это такой мемориал, так сказать? Можно и так сказать. 12 лет Путин будет вместо амфор достать книги за одна там. Вероятно, если бы все ну да, там какие-то сложно даже. Особые знания вообще передавались из рук. Сейчас? Ну, понятно. Поэтому это... То есть автор хотел этим сказать, что читайте больше живые книги. Почему? Какая разница, какие знания? А то с какого источника ты получаешь знания? Нет, дело не в этом. Живые книги не самые приятные. Я согласна. Ну,